Приветствую вас, Андрей. Ну, смотрите, девушку вернуть, конечно, можно. Правда, для этого придется разобраться с тем сперва, из-за чего вы, собственно, поругались. Причем из-за чего поругались именно вы с ней. То есть, вот это ключевой момент, из-за чего вы поругались с девушкой. Потому что не так важен момент, что вы расстались, потому что это могло быть, таким решением, да, ну, стандартным, это могло быть решением таким необдуманным, это могло быть решением таким не очень сознательным, вот, но важно, вот что именно вы хотите в этой, ну, в этой ситуации, что именно вам нужно в этой ситуации, понимаете? Потому что, в принципе, я могу вас понять, я могу понять, почему вы разругались с девочкой, вот, я могу понять. И я могу понять, что, ну, скорее всего, у вас в отношениях есть некоторые сложности и некоторые проблемы, вот. Я могу это понять. Но другой вопрос заключается в том, как вы собираетесь это решать. То есть, собираетесь ли вы, например, прощать девушку, ну, допустим, за ее измену, допустим. Собираетесь ли вы разбираться с тем, почему измена вообще произошла, почему она случилась? Вот, потому что это, ну, тоже очень важная история, что девушка вам перед свадьбой изменила. Я не говорю о том, что это прямо. Я не хочу никого там обвинять, не хочу никого осуждать и оценивать, я просто говорю, что если измена была, значит, есть какие-то проблемы. Вот, ну, проблемы в отношениях. И, соответственно, на мой взгляд, вот, очень важно разобрать эти самые проблемы, рассмотреть эти самые проблемы через вот именно через призму того, что, например, хочется вам, через призму того, допустим, ну, к чему вы стремитесь, да, через призму того, что вы считаете для себя важным, вот, и прочее, понимаете? То есть, если вы готовы решать вот эту проблему измены девушки, если вы готовы брать на себя ответственность, например, за то, что она вам изменила, к примеру, то
В таком случае возвращать девушку в то. Если вы не готовы, то, наверное, в таком случае возвращать девушку не имеет смысла, потому что, ну, а зачем? То есть, как бы, ну, что изменится? Те проблемы, которые лежали в основе ее действий и ваших действий, то есть ее измены и того, что вы поругались, они ведь никуда не уйдут, они будут, как бы, они будут все равно, вот, и, значит, как бы эта проблема, она решается как-то, вот, понимаете, так что определитесь, и после этого уже можно будет о чем-то говорить. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.